Меня зовут Антонина, приветствую вас на канале «Дачный сезон круглый год». Есть несколько десятков вариантов борьбы с садовыми муравьями. Я хочу поделиться с вами своим вариантом, беспроблемным, очень простым и, самое главное, очень действенным. Испробовала я когда-то этот способ борьбы с муравьями на деревце кизила. Были высажены в ряд кизилы, и одно деревце так полюбили муравьи, что образовали там целые насыпные города вокруг стволика этого кизила. И что я не пробовала, и химикатами я опрыскивала, и муравьи появлялись и появлялись. И тогда где-то вычитала, что нужно хорошо, обильно посыпать вокруг этих муравьев и по самим муравьям посыпать сверху простым покупным магазинным пшеном. Я так сделала и уже, конечно, не ожидала результата. И по прошествии пару дней подошла к кизилу, смотрю, нету ни одного муравья. Этот способ я взяла себе на вооружение и теперь таким способом борюсь с садовыми муравьями. Хорошо работает этот метод в парниках и в теплицах. В чем суть способа? Вот видите, муравьи начинают нагребать такие холмики, размножаться, активно двигаться и бегать. Значит, берете пшено. Вот видите, как у меня такой вот мини-парничок. И какие ходы порыли эти муравьи. Конечно, им здесь комфортно. Достаточно влаги. От металла идет тепло. За день металл нагревается. Шикарнейшие условия для жизни и размножения. И вот беру пшено и так обильно, скажем, посыпаю те места, которые облюбовали муравьи. Это пшено не прорастет, не мешает росту растений, но его боятся муравьи почему-то. Так я и не нашла ответа, почему муравьи боятся именно этого пшена. Я уже так придумала себе такую теорию, что, наверное, они думают, что это яйца каких-то гигантских инопланетных муравьев. Ну, вот прошли сутки, на второй день иду делать контрольный осмотр, ушли ли муравьи или нет. Ну, я уже по себе, по своему опыту знаю, что ушли, но вот вам показываю. Стоит под парничком фасоль у меня такая, она позднеспелая, ее нужно только через рассаду выращивать. И, как вы видели, ранее показывала, там было очень много муравьев под этими стаканчиками с фасолью, сейчас нет ни одного муравья. Посмотрим, что же делается в парничке на огороде. Условия остались те же. Та же влага, тоже тепло, но только сверху было все посыпано пшеном. Смотрим. Ни одного муравья. Вот даже специально приблизила, ни одного муравья. Так что способ работающий, действенный, без химии. Попробуйте у себя. Я думаю, что эффект будет стопроцентный. На этом пока все. Всем урожайных грядок. Всем пока-пока.